Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует компания Boathouse, и у нас сегодня будет очень интересный эксперимент. Мы сегодня попробуем провести краш-тест нашего надувного баллона. По-другому говоря, попробуем его взорвать. Для начала мы накачаем баллон до давления 0,25 атмосферы и оставим его на некоторое время на солнышке. И посмотрим, какое давление потом покажет баллон после нагревания его на солнце. На всех наших катамаранах баллон защищен снизу привальным брусом. И мы не очень рекомендуем переворачивать катамаран вверх дном для того, чтобы высушить его именно на солнце. Потому что черная защита может нагреться до очень высоких температур. Вот баллон полежал на солнышке, изначально было давление 0,25 атмосферы, а стало давление 0,3 атмосферы. Из чего мы делаем вывод, что вполне возможно расширение воздуха внутри на 20-25%. Это обязательно нужно учитывать. Сейчас мы накачиваем катамаран до 0,4 атмосферы. Как видите, ничего не происходит. Сейчас мы докачаем его до 0,5 атмосферы. Удивительно, но ничего не происходит. Сейчас мы поставили 0,6 атмосферы. Всем уже страшно, сейчас давление уже 0,7 атмосферы установили. Баллон звенит как барабан, но не взрывается, с ним ничего реально не происходит. Ай да немцы, ай да немецкое качество. Напомню, что баллон изготовлен из стандартной немецкой ткани, плотностью всего лишь 750. Баллон накачивается до 0,8 атмосферы. Это невероятно. Сейчас должен быть взрыв. Сейчас мы установили компрессор на 1 атмосферу. Это максимальное давление, которое может выдать лодочный компрессор. Вы слышите, компрессор уже не выключается. Реально в баллоне больше, чем 0,9 атмосфер, около 1. И он до сих пор не взорвался. Это невероятно. Ну что можно сказать? Я хочу всем напомнить, что производители лодок ПВХ не рекомендуют накачивать баллоны больше, чем 0,2 атмосферы. Мы же рекомендуем наши катамараны накачивать до давления 0,25-0,3 атмосферы. С учетом того, что они еще могут нагреться на солнце и давление подняться в баллонах до 0,35 атмосфер. Люди переживают по этому поводу, но, как видите, мы видим неудавшийся краш-тест, давление в баллоне около 1 атмосферы, и с ним ничего не происходит. Это просто поразительно. Но вы все сами видели. Мы сегодня хотели снять для вас очень интересное видео с эффектным взрывом, с большим ухом. Но, к сожалению, ничего не получилось. Как видите, катамараны выдерживают наше давление до 1 атмосферы. Поэтому мы сами, честно говоря, не ожидали такого результата. Поэтому смотрите нас дальше, наши интересные видео. До новых встреч!